Ну что, друзья, мы продолжаем наше приключение. Прохождение выживания без аптечек. Так, насекомых. Я надеюсь, тут уже, если и осталось, то раз-два я обчелся. Ну, хлопот так хлопот, господи, мне-то чё? Мне-то шо, главное вам с всяким салазарским козлом навалять. Так. У меня вопрос. Автосейв будет, когда я зайду сюда? Да, будет, отлично. Ну что, погнали. Чувствую, с первого раза не получится этот момент пройти. Класс. Теперь их двое. Чувствую арбалет. И все остальное. Выход сломал. Сейчас не хватает арбаль этого гарпуна ады. Ну, когда стрел много, прям вообще неплохо. Ляха-моха. Мне еще кажется, кто-то сбоку тут идет. А это моя... Сейчас. Давай уходим, заряжаем. Да, посыпались пацаны. Пацаны, девчонки посыпались. Ай, ёптель! Ладно, пока not bad. Пока втихаря. Сука! Блять! Почему он полетел сразу влево, нахер, блин? Я стоял правее, сука. Вот меня иногда бесит, они как будто специально кидают порой. Чтобы я, типа, ой, думал, что в меня, шел в сторону и получал, блин. Козлы, блин. Стоял, выбивал, тут, блядь, нет один какой-то сукин сын с топором. Так, пока все чисто. Быстрее. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Игра, не тормози! Надо еще про присядку не забывать. Ну, что-то умирать будешь сегодня? Нет. Ладно, пока все тихо.
Жалко, что из-за... Ой, блад. Здорово. Куда ты выскочил? А, понятно. Жалко, здесь за дверь нельзя выйти и автосейвнуться. Эти метальщики, суки, такие. Бля, попал. Ладно. Уеба. Уеба, там пацаны. Так, ладно, все. Переходим. А, план Б. План Б. План Б, план Б, план Б. Да. Ладно, там чуть-чуть, буквально чуть-чуть потерял. Блять, кухонный нож, нахер мне нужен. Кухонный нож, трава, уходи. Да, да, пофиг. Вроде чуть-чуть, да, забрали, хотя сейчас так смотрю, здоровье осталось, блин. Лови. Кто там, блядь, в колокола херачит? Так, стопэ, флеха давай. Так, там еще вроде, да, кто-то? Вот суки. Вот суки. Блядство! Почему так реагирует херово? Нож. На удар в спину. Ёб твою! Тихо, 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 тихо! Не зажимаем, не зажимаем! Не зажимаем, ребята, не зажимаем! Носки! Уходим, 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 уходим. Так, ладно, будем за винтовки херачить. Блядь! Промазал. Эй-эй-эй-эй-эй. Да что, блядь? А что у меня по гранатам? По гранатам. Гранат мало. Интересно, если с арбалета буду херачить. Он все равно на меня побежит.
Вроде нет. Просто машет своими клешнями. Давайте с арбалета их мочить. Спинку открой, друзиси. Открой спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, открой спинку. Уль, ты сюда пришел. Да ёптель. Куда оно там все влетает? Во. Ну, кстати, арбалет, да, хорошая вещь. Типа убивать этих долбоебов. На, сука. На, сука. На, нет. Тури-ти-тури-ти-ти-ту. Тури-ти-тури-ти-ти-ту. Сука, бесячий дебилоид. Ладно, сейчас соберем. Ножом я рисковать не буду. А, сучены. Есть. Что это такой звук пошел? Чё они друг на друга не реагируют? Так, чё вы сюда пришли, ребята? Ребята, пацанята, вы чё сюда пришли? Что-то ходит, ходит, чё им надо? Ладно. Я, пожалуй, отойду на всякий. Так, подальше, подальше. Пусть они там между собой кряхтят. На. Давай, разворачивайся. Упал, он что-то вертит. Ну, чё вы сюда-то пошли? Там напряжение возрастает. Все? Отлично. Не такие уж и слабый арбалет. Сколько я ему? Один раз ножом. Сколько там? 3-4 стрелы, и он лег. Да-да-да. Вернись, сука. Чё, что-то почуял, говном запахло, да? Это не я. Это не я, если что. Отходим. Знаете, ещё сразу две, блин. Интересно, так считается по контакту? Ха-ха-ха, отлично. Фу, ну, ладно. Потерял разочек здоровья. Херово, конечно, но... Надеюсь, не критично будет. Хотя впереди еще три босса, блин. Если с Лазара, я надеюсь, что... сильных проблем не будет, то вот... Краусером. Ну, его знает, что там получится. Блин, на травы места нету. На травы места нет, чтобы продавать. Так, не понял, а где еще стрелы? В смысле, блин, вы чё, пацаны, сожрали мои стрелы своей спиной, сраны? Охерели, что ли? А вон еще сзади где-то стрелы лежат. Где? 4. У меня их было 20 с чем-то. Я еще сделаю. Благо есть
Из чего? Так, вот теперь можно будет траву взять. Если что, смешать. Потом продать. Хотя... вроде я больше ничего улучшать не собираюсь. Если только чинить броник. Так, ну что, идем дальше. Сейчас я тогда собираю. Там заставочку посмотрим и в канализейшенах увидимся с вами. Так, ну что, упали в канализейшн. Испустил дух? Куда тут идти-то? Блин, еще же вердуга будет. Ну, вердуга, ладно, там в теории можно без этих. Как его? Без повреждений побегать от него, чисто воевать я с ними собираюсь. Мне от него сокровища не нужны. Удачно приземлился. Так, сейчас будут подземные штуки, насекомые всякие, бяки. Так, здесь сокровищ у нас нету. Пока с пистолетом. Что это? Херлочу. Если пару мушек убью, потом с автоматом пойду. Кстати, биосенсорный прицел взять, и можно будет этих козлов увидеть. Ну. Все, встаем. Так, не туда, да, вроде? Не туда. Давайте. Бегите. Жду. Да, сука, блин, ну... А! Что это? Козлы грёбаные. Как он, блин... так резко выпрыгнул. Шел, блядь, медленно. Я не помню такого, чтобы они прям сразу так... в лицо прыгали. Там же было какое-то, должно было быть расстояние. Еще главное стрельнул, блин, как-то резко, блин, вверх. Ненавижу вас, гадов. Вот опять, ну, блядь, ну как? Ну что за херня, блядь? Почему они так сделали, что, блядь, первый сразу же не успевается, блядь, нихера. Каком-то сраным насекомым, блин... два раза тупануть, что заколебали. Как это работает? Блять, я думал, они дальше будут. Или это первый так резко прыгает. Автомат придется брать. Думал, с пистолета смогу сделать. Ну, нормально, красиво. Ни хера не получается. Давай еще раз. Блять, да откуда еще один, сука? Вы задолбали издеваться надо мной. Ссаные насекомые, блин. Может нахер пробежать?
Писец просто. Десять минут я потратил на этом месте. Да дальше. Так, а тут и так можно. Я вроде всегда по левой ходил, может так пройдемся. Блять, на чеку надо быть. На щеку, не схватить бы на щеку, за щеку от этих мошек поганых. Иначе придется все заново. Напугали, блин. Что он там оставил? Порох? Порох, что ли, на завтрак жрет? Что из него валится? Понятно, что это все условности, но... Те же патроны, прочее, как с них валится. Ай-яй-яй! Не смей! Так, ну вроде... Пока что все, слава богу! Что тут у нас записки? Записки. Ту корону потом продам. Так, а где желтую траву я видел? А, нам типа сюда. Или нет, или нам все равно сюда. Нихера ты, блин, Рэмбо. Ногу не сломал. А вот это трава. Так, ладно. Сейчас я тут буду устраивать всякие купи-продай. Вот. Потом вердуга нас ждет. Ну что, вердуго, жди меня. Я увеличу боезапас этого. Вот этого и вот этого. И все, вроде силу. Силу там вроде, кроме снайперки, все по максимуму. Так, ну что, чтобы не застрять мне тут надолго, придется умело уворачиваться от всего. Долго бегать, наверное, а может и недолго. Хотя лифт такой долгий, что придется, наверное, все-таки долго. Так, а что у нас по этим испытаниям? Проверим. Не скинулась ли у нас случайно наша... Так, это уже у нас ада пошла. Вот это вроде, да, бережливый. Да, бережем пока все потихой. Лифт, рубильник за сокровищами, всякими спреями уже идти не буду, главное. Тыщ, 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 блин. Поскакал, поскакал, блин. Поскакал он. Опять кучу трав набрал. Только что продал все. Будем вот так. Пау, право, лево, лево, право. Такие, хопа, хопа. Рычажочек. Что, что здесь вроде как одну кнопку нажимать надо? Так,
Издеваетесь? Это тебе не в оригинале, где такая комбинейшн, такая комбинейшн. Здесь попроще в этом плане. Тикс. Нажимаем. Сейчас он вылазит, мы убегаем. Ищейка Рамона. Ищейка Рамона, нажимаем, ла-ла-ла. Ну где ты, сука, все? И с поеблетом. Круто, да? Круто, да? Прям вообще. Вот эта фраза, мне кажется, вообще не в тему. Ой, бля, может я его зря ударил, может надо было просто заморозить. Да нет. Так, дальше. Хорошо, лифт, давай, я знаю, ты там еле-еле попёр. Сейчас мне просто право и на... Право. Ну где? Прямо и направо. Право и напрямо. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Сука. Да-да-да. Солидарен с вами, Леон. Хватит мне эти травы пихать. Дайте что-нибудь. Уааа! Ты уже тут, господи. Охренеть. Ну что, сейчас у нас получасовое замечательное представление в виде бегания по кругу. А-а-а, блядь! Жадина я, жадина! Позарился на ящики и получил пиздюлящика. Молодец, я просто... Сука, ну там-то класса два ящика стояло. Надо их сразу. Смотри, не значит, подбирать. Или даже три, или хер. Обидно, получил такую пиздюлину, блин. Похоже, этого мало. Да, вообще для него азот как бассейн. Давайте, да, я понял. Ну где ты? Ну где ты? Да, блять, ну я сразу нажимаю, вот сразу нажимаю, или здесь как, если прошел удар ножом по бочкам и даже сразу появилось у ворот, все уже не сработает. Давай, третья попытка. Бля, ну ты издеваешься. Хер ли ты такой длиннохвостый? Просто обидно. Буквально, блин, на, можно сказать, ни на чем. Изучаю пиздюли. Давай, побежали, побежали! Ну, его подвести к какой-то заморозке и спокойно эти ящики собрать. Ресурсом-то у меня же все нормально, все равно хочется что-то взять. Сейчас опять этот эпучий лифт. Так, а где у нас... Ай-я! Блять, ну он так и будет, что ли? Стой, 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 он меня не ударил. Пока не ударил, пока не ударим, пока живем. Даже не...
быстрее. Так, травы одни, блин, нахер мне ваши травы. Ну сука, ну что за херня, че он меня дурит, а? Блять, вот чисто из-за ящиков я тут страдаю. Хотя в ящиках ни хера. Все, нахер эти ящики. Затрахал просто. Ищи карамоны. Блять. Кстати, вроде есть ачивка не пользоваться заморозкой. Мне интересно, а здесь реально? Или нереально? Не, я письмо не получаю. Ну-ка, сейчас давайте посмотрим, реально, есть ли... Завершите все испытания... Долейте замскину Вистадров 5. Которые в коконе или которые эти? Бухаль гиганты. Во! Долейте Вердуга, не используя распылитель жидкого азота. А, долейте, это, наверное, убить надо, а не убежать. Долейте, это, наверное, убить. Убить, убить, убить. Не, ну в теории ради ачивки чё нет. Я могу взять, вот магнум у меня есть. Все оружие использовать, убить, а потом перезагрузиться. Интересно, это засчитается или нет? Чисто ради ачивки. Давайте посмотрим. Похер, блин. А потом я просто перезагружусь. Ты! Жопа нюхишь, цвети! Мне интересно, урон проходит или надо ему обязательно дублет? Ой, ты сука. Лео, ну зачем же ты так? Мы же все культурные люди. Мы, нам не пристойно так выражаться. Да, блин. Что мне с горлом супершит? Где ты, ублюдское отродье? Ну-ка, флеха на него подействует? Или он упрыгал? Ты чё, упрыгал, сука? Ты чё, сука, упрыгал? Почуял пиздюлятор? Я с тебя так просто не слезу. Чё, мы от тебя просто бегать что ли будем? Сейчас мы тебе ебальничек вскроем ты. Я это жестко, да? За то, что ты мне, сука, ящики не давал. Ну, где ты? Скрыть, я тебе харюку вскрою. Где ты? Опа! Ворот! Давай! Давай, вылазь, блин! Хопа, такой крутой. Хопа! Выскочил. На. Ой. А чё, блин? Я пошутил. Я пошутил. Где ты? На паре. Чисто ради ачивки тебя гандошу. Потом посмотрим, если перезагрузить ее дадут или нет, или надо. Надо бы держать голову там.
Это я типа так уворачиваюсь, да, присел, прям молодец. Че ты умирать будешь сегодня, нет? Вроде на среднем играет. Столько магнумов тебя всадил. Максимально прокачанный. Хереть он выдерживает, я в шоке. Потому что без азота, наверное, поэтому. Без азота тяжко идет. Ай, блядь, спасибо. Ты стал мне массажнул. Чем он задел, хер его знает. Так. Дальше пошли. Где ты? Жесть, жесть, жесть. Давай, давай. Не, опять же, получить ачивку, я думаю, несложно. Если не оставлять ее потом, типа, по игре. Ну, сложно, убил и пошел дальше без патронов. Вот это да, это сложно. Ну че ты умирать будешь сегодня, нет? Дай мне ачивку. Отчу ачивку. Кто такой? Кто такой? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, дайте я им гранаты, хера. Ну, кстати, граната. Кто знает, напишите, сколько граната урона наносит. Хера себе. Я думал, все, он так прилечь, отдохнуть. На, сука. Бля, все уже на тебя потратил. Умирать сегодня будем или нет? Или я просто так вот этой херней занимаюсь? Где тут? Где? Давай так. Да ты охерел? Давай-ка ты наступай, ладно? Вот так, молодец. Сука. На это вот. Какой же ты проворный. Все, блин, словил подарочки я. Бля, я даже это дело не смог сделать, блин, охренеть. Все, больше никаких ящиков, просто бегаем и все. Ты, ищи Карамоны. Было бы у меня лечилки, я бы, конечно, там, полечился, и... Хотя, опять же, я в шоке, у меня, блин, столько боеприпасов. Я играю на среднем уровне сложности, они у меня прокачаны по максимуму, и, блядь, все равно... Он умирает, там, через 100 лет. Ради ачивки я не буду этим геморроем страдать. Ну, где ты? Звезду. Тыщ, тыщ, пих, пух, ба, ба, бих.
конечно, здесь траву, блин, в ящиках можно прятать. Знаете, я так понял, здесь во всех ящиках трава. Так, ну что, друзья, будем ходить сейчас вокруг него. У меня часть этого хождения просто вырежу, потому что, ну, блин, нет смысла. Вон, просто ходишь, ходишь, и все. Главное где-нибудь не споткнуться и случайно на него не напороться. Если это произойдет, ну, блин, придется перезаписываться, или еще делать. Вот это надо забрать. Ну что ты такой быстрый, сука? Вот, блядь, на аптеке я успел забрать, а патроны нет. Ну, господи, ну, блядь. Ищи карамон. Задолбал, просто задолбал. Вроде ничего особенного, бегай. Занимайся своей херней рутиной. Нет, надо, блядь, полезть туда, полезть сюда. Малейшая ошибка, все, начинай сначала, блин. Ну где ты? Камеру, блин, так делай. Ты. Ищи Карамона. Крутим, крутим, вертим, вертим. Похоже, этого мало. Ну где ты? Камеру заворачивай. Давай, вылази, блин. Хуё. Спасибо, что здоровье не забрали. Все, просто ходим. Ящики я не разбиваю. Что этот ублюдок хер чё даст. Жадный, ну, забирай свои ящики себе. Будем аккуратненько ходить. Тоже, конечно, не так просто прям. Ну, с одной стороны, вроде просто, с другой резко как побежит и все. Даже просто ходить вызывает напряжение. Спортсмен, блин.
Ура, лифт приехал. Теперь главное не опиздюлиться. Уходи. На всякий случай нажмем на это говно. А как это так? Так нечестно. Все. Все. Все, прощай. Ёптель, вот это жесть. Даже с таким простым заданием, как я думаю, я тут завис. И мозг взорвался у Леона. И глава завершена. Слава тебе, Господи. Ой, бля. А смертельно ранение одно. Потому что я перезагружался. Как смерти? У меня же была смерть. Мне там этот зарядил, я перезагрузился. Что как-то он, блядь, считает странно. Да. С предыдущими двумя-тремя главами в это я, блин, по перезагрузкам хорошо так завис. О, ладно, преодолели. Увидимся в следующей части, друзья. Всем до новых встреч и пока.